Доброе утро, день, вечер, ночь. Ну, мы продолжаем. Тэхэнхауина. Так. Тэхэнхауин. Так, ну это нам больше не понадобится, наверное. И мы будем иметь доступ к магическим атакам. Так, это правильно. Так. Да, он сразу с оружием у нас. Ну, огонь вообще, чувак, огонь. Так. Я решил уйти по пути монстров. Потому что, ну, мягко говоря, даже с плюшками эти грёбаные... О, что это у нас? А. Эти долбанные сынки, ну сынки, короче, да, они ничего не могут. О, можно было оружие ему прокачать вообще не менее. Ну хорошо, плюс 20 броня, защита. Все равно они уступать будут или примерно на том же уровне, что завры. Хотя завров можно отдельно прокачать, да? Ну да, может по броне они приблизятся к заврам, но атаку, что-то я не уверен. По-моему, ни хрена. Поэтому я... Ну да, содержание. Меня больше здесь интересовал Бастиводон, Ковчег, Сатека. Ну, я их и взял, три штучки. Трамадина. Ну ладно, пускай будет. Так, что нас здесь интересует? Что мы возьмем? Вообще нам что-то нужно? Пока не вижу, чтобы что-то было нужно. Вот на содержание, может быть. Ну, надо его качать тоже самого. Тут и магия. Чем мне вот это интересно? Нет. Вот это. Призыв мантикора очень полезно будет. Ну и его самого качнуть. То есть там хороший урон будет. Он как боец неплохо себя показывает. Хоть и мах к тому же. Ну, у него все хорошо с этим. Так. Маздамунди. Вообще, залюдый ящер, мне кажется, самый цивильный это он. У него очень неплохо. Способностями. Неплохая магия. Бандулин там есть интересная, да. А, вот, шанс похитить магический предмет после битвы. Вообще замечательно. Ну и то, что он может храмовую стражу много таскать за меньшие деньги. Это большой плюс. И он у нас есть. И мы, наверное, вот эту помойку уберем у него. Они ему не нужны. Та первая армия чудают у нас вот у этого товарища. Не, ну призвал хорошо я легендарного вождя, но у него такси. Ну, конечно, плюс, конечно, что это все для армии идет. Ну, не знаю. Пускай будет. Естественно, как только появляется боец Крокгар, мы заменяем вот этого на Крокгара. Хотя у этих ребят, у них что-то было интересное. Ну да, для сынков. Для сынков. И для всадников. Засадники, засадники. Ну, видно, чудо-ют надо другую банду, а этому этих сынков надавать.
Хотя уже карнозавров качал. Ну, короче, он не привлекает меня. Так. Может быть, здесь что-то мы. Пам-парам-пам-пам. Я что-то хотел попробовать вроде. А, вот, спутник. Может, что-то толковый будет. Блин, парашу дали. Ну, понятно. Ладно. Больше тратить не будем просто так жертвоприношения. Пока хотя бы. Ну хотя бы они накопятся, тогда и посмотрим. Ну пусть будет, ладно. Хорошо. Хорошо. Тут еще должна быть квестовая беда. Битва. Одна доступна. И она очень нам пригодится. Ну хорошо, мы набираем чудовище. Мне вот слышится, когда он что-то говорит, что Сатек лох. Ну, то есть он что-то попутал. Это явно. Сам говорит. Не, не хочу я с тобой дружить. Иди к черту. Пускай тебя там отымеют. Морки, завры, я уж не знаю, кто-нибудь. А, налетчик. Понятно. Пердун. Так. Грёбаный налетчик, а? Иди-ка ты сюда, налетчик. Как так, Стинг? Ой, не знаю, как так. А чё там? Ой, я даже этими товарищами надеру вам задницу. Нет проблем. У 6400. Ладно. Подожди, главное. Все, понятно. Что мы будем делать? Мы будем подавлять восстание. И мы это сделаем как? Мы будем его ждать. Да. Понятно. Так. Что-то они какие-то недружелюбные все, так. Чего фигу послать, чего? Вообще было бы отлично, если бы они укокошили все, я бы их наприсоединял бы. Вообще круто. Ух ты. Так. Видно, потом мне придется воевать и с эльфами. Поэтому я уже психологически готов, что мне вот этих вот надо будет что-то с ними делать. Тогда надо будет что-то делать и вот с этими.
Тур. Лазор. То есть ты хочешь, чтобы я с ними вступил в войну? Зачем мне это нужно? Деньги есть? Плати, не хочешь, надо, до свидания. Да, я уже устал от них, они меня заколебали. Чё ты хочешь? Да отстань ты от меня, не хочу с тобой дружить. Сатеклох, вот услышали? Иди нафиг. Да вообще от меня надо, ты что? Да ты отстань. Всем нужно со мной это дружить. Я страшный, опасный. Ой. Чё, и это самое, и всё. Нанят отряд, так. Морская душа. Так, ладно. Пускай копится недовольство. Чё? Все никак не победить этих товарищей. Да? Ты с ним не враг? Нет, ты не враг. Понятно. А, точняк, точняк. Ты не ругайся, слышишь? Кто ругается что-то? Так, может кто-нибудь мне денежку даст? Я вообще не знаю, что ты говоришь. Я понимаю только из их денег. Все быстро скинулись, батя. Давай, давай, ну что ты сам? Все недовольны, все ругаются. Armored in bow before the rightful lords of the realm, ask a peasant. Valiant lord. Ну тут хоть. О, где там вот со мной? Не, я хочу денежку. И знать не хочу, кто-то там есть. Абсолютно есть. Все в деньги давайте. Кого рептилий назвал, слышишь? Тохлый. Смотри, там это самое, попутал. Defender of truth, do not test my patience. Deliver your message if I must. Alariel's champion. Onward, honor to your ancestors. Yes. Yes, yes, ABHS. Nine. Azray. You have been granted access to the halls of Athelloran. I think not. The goddess wills it. So, mortal creature, I have many trinkets. Stop this! What? Ругаются на меня. I am ready to parley. I hope your words are wise. Sigmar's will! Так, вот, 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 вот. Стройка идет. Ну чё, давай, да. В
Вот это ради 10 этих. До свидания. До свидания. Неугомонные какие. Да-да-да. Опять жертвенная крыса. Да ты задолбала, крыса. Заплыла куда-то ты, крыса. Заплыла не туда. Куда надо. Саутек Кикулу. Кикулю, кикулю. Так, что мы еще хотели? Мы хотели чего? Мы хотели три древних саламандры. И пару древних стегадонов и один с оружием богов. Да, 6 получается, все хорошо. Он маг, нам маги не нужны. И тогда мы пойдем биться в квестовую битву. Обыск, руин, завершить то самое. Да. Вы чё, вы когда побеждать-то будете, это самое? Very well. Вообще собирать, побеждать собираетесь вообще? Ясно, понятно. Умка. Чё-то чувакам не имется, я смотрю, да? О, военный союз, не хочу. Задание получено. О. Выиграть 4 более битв. Тесненько. Мы с удовольствием. Ты чё, забрал мое сокровище? Хай, Квин Калида. Да дур ты вообще. Все вы чайтакса. Что тут у нас? Скоро восстание будет, да? Кундома! Хаус! А, подожди, эта штуковина мне нужна, да. Придется ее для разблокирования взять. Так. Все равно не хотят, а? Let's climb sick.
am the... Your timing could not be better. Я не понял, это что, это они с этими конфликтуют, да? Этим войну объявили. Ну, было бы хорошо, кстати, да. То есть ты хочешь со мной что? Мирный договор? Не, я не хочу. Опа! Опа! Ну я так и знал, что это агрессивное чмо здесь будет орудовать. Ладно. Ну, если бы не восстание, вообще бы уже все давно было предпринято. Что только можно предпринять. А что у них с гарнизоном? Да есть гарнизон, есть. Нет тут в округе ничего. А, есть. Мало ли, а вдруг там все намного проще. А, нет, все-таки вот эта хрень. Так, смотрим. Ну да. Именно этого мне и не хватало. А, вот теперь ты хочешь со мной конфедерат. Долго ж ты думал. И что я буду с тобой делать? Они просто все захватят сейчас и все. А я только минусы приобрету. Не, спасибо. Не надо. Burden of the Shadowlands. You approach a dark throne. Лучше ты мне денег дал. Ну ты не хочешь. Ладно. To war! Aye. Let's hear what you have to say. We'll not bar me. Ага. Откуда ли тут уже ничего не осталось? Да. Видно, мне с темными эльфами придется на этот раз по полной программе. You find me in an accepting mood. I have them every thousand years. Very well. Ну начинается. Военный союз. А зачем тебе со мной военный союз? Очень интересно. Я не могу. Ты знаешь куда? Военный союз. До свидания. Другим передай, чтоб туда же шли. На то же и туда же. И затем же. Все страшные флаги вообще тут нам подобрали. Чего? Не, она не хрюкать, я хрюкаю, я с ней все. И все. Во, 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 понеслась, а бунта будет. Катаклизма, бунда. Ну и просто клизма. Что за зихай? Ой-ой-ой, дальновидение у нас. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой, какой ужас. Назад, быстро. Так, глянем, что у нас тут есть. Тердык, тердык. Тердык, пердык. И... доступ к моей личности на атаку. Сарганикиту!
5000 что-то маловато как-то. Ну ладно. Хоть так. Что-то эти какие-то слабоватые, что? Так. Интересненько. Стимуляция роста, ё-моё. Так, что мы можем еще? Что мы должны делать? Традон или педактили? Нет. Нет. Тогда вот это. Неужели вас Ица придавила там и сразу же это самое, да? До свидания. Хитрый гадин. Как только вам сделали это там, хрю-хрю, и все, до свидания. Что такое? Что, дурак, что ли, совсем? Сумасшедший. Появление фрагмента. Который раз ты появляешься уже? Ты вот второй, как минимум. Ладно, давай, дружить, чё? О! Интересненько. Ладно. Вождь краснокожих. Слышь, ты кто такой еще? Ну-ка, это шум нахер отсюда. Ясно. Zata Sude. Tahenoin Sigal. Так, я хотел. Оружие богов. И вот это. И я хотел еще. Во! Что-то удрадить-то какие-то, товарищи. Слушай, а денег никто не даст, чтобы я сразу всех заказал? Всех девочек сразу, и все. Гринар,
Кинь, давай. Слушай, когда вы там упоритесь об кого-нибудь, зачем-нибудь? Чтобы я вас наприсоединял, там, самых дерзких, самых крутых вообще. Protector of the realm, the lady grants you safe passage in these lands. You knave! I serve the. I bid you welcome in the name of the king. It's the name. Dini, давай. Most astute. What? Defender of the. Behold the majesty of the Phoenix Court. Unwise. Рот закрой свой, Анвайс. I rarely see lizard men where I roam. Тоже мне мудрец. But I'm told we have a time is not right. Who seeks me? Oh, it's you. Excellent. Never. Никогда не говори никогда. Highborn. Welcome to the halls of Athaloran. What do you want? I will do my best. Чё? Да. О, вот так меня устраивает. Ладно, я тебя понял. А чё, кого там взяли? За какое место? А, ты решил провинцию завоевать. Ёпарсты, как вот крутой. Вот это вот чё? Вот это вот чё такое? Бросили тут, оставили вообще. О, у них ещё это, силёнки есть. Кого ты назвал Тикули? Иди отсюда. Понял, гном. До свидания. Да что, да отстань ты от меня. Иди вон у этого Кругара за щеку. Представь ко мне что-то. А че ты торговое соглашение-то? Это самое, вы че? Эй. Ну, ты смотришь. Окупирьте разгадки за этим. Че? Не ругайся. Шана. Шотака. А, эти захватили дом. Что такое происходит? Что за дела? Надеюсь, ты вот это вот добивать собираешься. А то непорядок. Мир труд май, давай дружить. Не хочешь, не надо. Тлаква-клюква. Залакс, лукикум.
Не, не хочу с тобой. Так, а что мы здесь можем? Угу. Ну что, партизан, давай. Сегодня хочу прочитать как агроном, а он астроном. Ясно, понятно. Они ко мне пристают все время. Иди нафиг от меня. Приставучие гномы. Тут вроде был слушок, что все фракции будут перерабатывать оставшиеся от первой части, кого еще не затронули. Вот есть подозрение, что, ну, типа империи еще могут дать лорда. Ну, тогда и красного герцога давайте. Хотя, какого империи можно дать лорда? У нее же есть Борис Хитрый. Такой вариант есть только. Ну, тогда вводите еще одну фракцию. Она, типа, относится к империи. Но не совсем империя, да, так? Я не могу понять, почему у нас это самое растет, эта хрень. Ты чё вообще, скрытый город где-то тут, что ли? Я чуть не понял. Надо будет искать, короче. Гниду. Так. Ну. Давай у нас вот так вот будет. Алло! Так, через три хода у нас там. Можно будет квестовую битву проводить. Да, через три. Ой, они все приставучие. Да, иди ты нахрен.
То есть я еще должен тебе заплатить, да? А не покушал ли ты кокулик, прежде чем мне вот такие вещи предлагать? Иди-ка ты знаешь куда. Накушался коричневого, и давай мне предлагать, чтобы я еще заплатил тебе. Так, ну вроде со скрижальками-то у нас проблем уже особых нету, да? Хотя... 24, маловато заход, ну ладно. Вождь. А, ну да, забыл, да и без разницы. Так, ладно. Че? А, это кто? Это я-то думал. В принципе, это снести-то, наверное, можно уже, да? Доступ-то мы получили, поэтому... Пиливать. Да, это надо, чтобы они совсем конкретно пароли, чтобы конфедерать их. Всегда лучший вариант, если вы играете не за высших и не за тёпых, это когда они между собой долбятся. Особенно если никого победить никто не может. Это вообще, вот здесь далеко, подальше там это самое. Вот здесь сидите, а они далеко-далеко, и все, пока, до свидания. Так. Ну что, их там победили, нет еще? Что-то я от вас уже устал. И лезть к вам не очень-то и хочется, кстати. Prince of Elfwan. И стопудово, как только оттянешь Маздамунди с этим красногребневым вот сюда вот. Ну, захочешь с ним биться. Сразу же на тебя нападут. Кто-нибудь другой. Падла. Не ругайся. Чё хотел? Опять я должен платить. Хотя бы вот так, ну... Не надо с меня бабосы брать. Должен мне спать сказать, что я это сам вообще соглашаюсь, он дело иметь. Понятно? Сволочи. Уважение. Тихо. Ну, все продолжите исследование. Ну ладно. Ать. Ага, вот. Так, где я тут забыл? Совершенно все забыл. Ну давай мы тут мы пойдем по пути. У нас всякие зауры были. Ну вот здесь будет коммуна оружейника. Все, мы все поняли. Так. Ну что, надо идти квестовую битву делать. Ладно, моя согласная. Так, где она? Юп.
Подкрепление такси, я бы сказал. Ну ладно. Ай-яй-яй. И зверья у них там, и стрелку. Вау-вау. О, тут даже дети есть. К мамульке или к папульке отправятся. Крш. Все сразу. Ну сейчас их это самое на... Арункани, Итсанню! Слакани Альсик! Кот-кот Сланакс, Шакута Таксалу! Атуанкани Коапака, Скинкунка Бокша! Луанка Кику Шакута Шак, Шиликункани! Шанакаю Шили Итсануэт Тунго! Зул сарал сикшини, шакота котонка тэхэ, ата сотек кикусла! Ицартек! Не, я вообще не понял, в чем пророчество этого сиотека. Ну ладно. Мы загнали врага в ловушку, теснить их к кратеру. Что такое? Урон от выстрелов... Ясно. Ладно. Парочка подкреплений, понятно. Тихо. Тут начинается стрельба по мне, ага. А. Хилка. Ясно. Тогда всех в одну сторону. Да, вот это я помню. Вот это я помню. Ну, давай. Тупо будем просто их давить. Просто тупо давить. Гниду. Ну мы у лорда напали, да они охренеют, что ли? Ну понятно, мне надо быстрее разбить вот эту гниду. Для чего? Чтобы... Ну явно тут не победят, поэтому ты типа должен их валить. Ты смотри, что творится, а?
Так, кого здесь больше копсует-то? Так, ну вы давите их, давите. Так, можно и пострелять там, кстати. Ну, куда они там не выдержат? Будешь его лечить ты или нет? Чё ты, сам? Ты зачем туда пошел-то вообще? Слышь? Так. Так, я понимаю, они этих разгромили. Ну ты будешь лечить кого-нибудь или нет? Вот. Опа, 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 гаси, гаси гниду. Хорошо по ним прошлось, так. Здесь надо добить или не надо? Ну что, еще кто-то... А, еще кто-то сопротивляется, ты смотри. Давай гаси тогда, если сопротивляется-то. Так, босса и вот этого.
Itzata! Я понимаю, для Хэллоуин, там, Хэллоуин тебе этот самый нужен. Вы бить-то их будете или как? Ой, начинается стрельба это. Ой-ой, начинается. Вот почему вы стоите, а? Прям World of Tanks какой-то, бля, и стоят, а? Ну, все сдохли, все разбежались, нет еще? Кто еще тут еще против меня? О, все, до свидания. Вот. Не, я просто не представляю, как на основываясь хотя бы половину армии на сынках, как с этими сынками, ничем они все равно уступают. Что за вели? Да не. Сарганисико! Все, мы победили. О, большими потерями. Ничего себе, может до 20. Ну давай. Скорости. О. Меня вполне устраивает. А это он, а это у нас. Сразу два лели, бля. Ладно. Что бы нам взять-то? Будем сделать стремительный удар и содержание минус 15. Вместе с этим минус 23. Все правильно. Ладно, это мы потом. Что мы здесь можем? Незапятнанный Сильюни. Еще мы можем два отряда. О! Древний Стагадон, во. И Хромой Страж. Тесненько. Заклятие Ясотек. Это я не знаю. Мы попробуем потом. Так. Скорости, ну давай, зелье скорости. О, давай. Так, ну вроде с этим все понятно. Я думаю, я на этом серию закончу. Да-да-да, ругайся. Я на этом серию закончу. Будем разбираться в следующем, что дальше делать. Все, всем спасибо, пока.